Всем привет! Сейчас я расскажу, что бывает на малине, а именно о галице. Галица бывает стеблевая. И вот, как видим, тут наростик побеговая. О, какое вздутие! Вот это надо делать осенью, срезать и сжигать. Иначе они могут вылезать и в земле зимовать. Как бы так. Ну, или когда листва, осенний, август, вот тогда. Сейчас попробуем надрезать моим супер-пупер каленым секатором. Так. Короче, надрезал туговато. Так, что мы тут имеем? Она мелкая. Где все интересно? Кто ничего-нибудь видит? А, ну если вот тут, видно. Вот. Ну-ка, сейчас поковыряю. Ну-ка, а что тут у нас? А, ну вот тут видно. Вот. Невооруженным глазом. Вот личиночки. Прикольненько. Ну, это стеблевая. Сейчас поковыряем. Вот, видно, наковырял оранжевый цвет. Так что где-то по 10, по 11 штук. О, какая микроскопическая. Можно еще наковырять. Живая, что ли? Ну да, ползает. Побеспокоили. Все, кому понравился этот видос, подписка, лайк, заходите в плейлисты. Там у меня еще ремонтантная ежевика. Все, всем пока.